Люся, привет, меня зовут Даша Зеленина, YouTube-блог «Потрясающе выглядишь». Скажи, пожалуйста, а вот как нужно удивить публику для того, чтобы она захотела увидеть тебя в списке номинантов? Мне кажется, нужно удивлять не только песнями, но и клипами. Нужно удивлять образами, что тоже немаловажно. Несмотря на то, что сегодня вроде бы большинство людей одеты очень лаконично, потому что сама премия обязывает, но так или иначе все равно надо придумать какую-то индивидуальность. Вот я сегодня такая блестящая девочка. А скажи, вот как нужно мечтать для того, чтобы прийти к номинации на такой престижной премии? Нужно закрывать глаза, представлять, как ты берешь премию «Виктория» в руки, визуализировать, и все обязательно получится. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Нам в прямой эфир нужно.